Два человека погибли в ДТП в Яранском районе. Водитель фуры «Вольво» протаранил встречный грузовик «Исудзу». И после мощнейшего удара выживших в аварии не осталось. Сергей Пичугин расскажет подробнее. ДТП произошло 21 марта в 16 часов 17 минут на 208-м километре дороги Киров-Советск-Яранск. Это Яранский район. 37-летний мужчина-водитель грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Исузу» под управлением 44-летнего мужчины-водителя. Удар был такой силы, что кабину «Исузу» разорвало на мелкие части. Оба водителя погибли. По факту ДТП следователи проводят проверку. Выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено, является самым опасным нарушением правил дорожного движения, которое может привести к дорожно-транспортному происшествию. Так называемый аварийный паровозик случился в Кирове на улице Риммы Юровской. Авария произошла 21 марта в 7 часов 30 минут напротив дома номер 8В. По предварительным данным, по цепочке столкнулись 4 автомобиля: Рено Логан, Рено Сандера, Лада Веста и Шевроле Каптива. Повреждения на авто незначительные, однако без пострадавших не обошлось. Медики оказали помощь 49-летнему водителю Рено Сандера. Госпитализация ему не потребовалась. В Кирове на улице Карла Маркса произошло ДТП с участием общественного транспорта. Не поделили дорогу кроссовер и автобус 14-го маршрута. По данным ГИБДД, пострадавших нет. На месте аварии работали сотрудники МЧС. Сергей Пичугин, место происшествия.